Оба. Оба. Ну нифига себе. Вот только сказал. Вот она. Акула просто. Просто акула. Ну. Ой, акула. Нифига. Ну иди, иди, плыви. Плыви. Акула. Ну вот как-то снимал про эти правила рыбной ловли в Англии. Ну, был в прошлом году. Ну, был какой-то длинный репортаж у меня получился, включая историю, там всю. Ну, конечно, если кого-то очень хочется, то можно посмотреть. Ну, так. А вот правила рыбалки 2021-2022 сезон. Ну, они, в принципе, не отличаются. И 10 лет назад не отличались. И 20, да и 100 лет назад. Значит, первое, что надо приобрести в Англии, это лицензия на удочки. Лицензия на удочки, на две удочки на год, допустим, вот такая вот, стоит 30 фунтов. Там есть, можно и на день взять, и на месяц, и еще на что-то, на сколько-то дней. Но не в этом дело. Дело в том, что это самое главное, что взять лицензию на удочки. Тут они каждый год с новыми рыбками выходят. Можно коллекцию. Вот это что? Это был прошлый год, да. Ну и второе, что каждая какая-то местность принадлежит какому-то обществу. Здесь тоже надо брать лицензию от общества. Вот так, что тут у меня был? 19-й. Вот 2021-2022. Она 45 фунтов стоит. Ну, вот в том клубе, где я состою. Здесь сайт есть, но я ниже дам ссылку, если что. Курс, короче, курс называется. Курс АЭЦ. Ну, разные цены бывают для разных клубов. Вот, положим это в целлофанку. От дождей, а то тут только дождь прошел. Ну, погода хорошая стояла, но сегодня дождик. Ну, решил пойти половить, конечно. Значит, скажу сразу, что по правилам, да, любые правила здесь, рыбу забирать нельзя. Вот. Есть, конечно, некоторые исключения. Там на сайте gov.uk, я ссылку дам, там написано, сколько можно брать рыбы. Но при одном условии, если это кусок реки, никому не принадлежит. Но, допустим, в данный момент я рыбачу на Тренте, на реке Трент, в районе города Бёртон-Трент. Здесь одна сторона принадлежит этому клубу, курс, который нужна лицензия. А вторая сторона, там байдарочники. Какая? У них никакой лицензии надо. То есть многие люди берут, хотя бы хватает того, что покупают лицензию на удочки, и можно вполне рыбачить. И даже, в принципе, если правильно все забирать рыбу. Но для англичан, конечно, самое главное, что они не забирают рыбу, как бы. Хотя есть, я знаю, забирают, и лицензии не покупают. В основном те, кого штрафуют, ловят, в основном 90% это англичане. Они какие-то там приезжие из Восточной Европы, как мы. Так вот, даже в этих правилах курса есть сноски интересные. Рыбу нельзя забирать, кроме судака и раков. Там раки, те, которые завезли из Канады когда-то. Ну, это, в принципе, везде завозили. Даже бывший Советский Союз завозили, потому что европейские раки стали вымирать. Они подумали, о, завезем раков, которые более устойчивы, все будет хорошо. Но нет, получилось не так. Эти, которые более устойчивые раки, они сигнальные раки или канадские раки, они вообще могут жить даже в канализации. И они больше европейских раков, раза в два. И они их немножко тоже мешают им жить. Уничтожают их. Хотя многие наши люди ловят раков и едят их. Ну, не знаю.
Хотя вот в этом году я что-то мало видел. Как-то раньше, лет 5-6 назад, даже 4 года их очень было много здесь. Кинешь раколовку, ты стоишь полная раколовка через 3-4 часа. Ну, я не любитель их, конечно, притом я же говорю, что они не так уж любят. Им не обязательно нужна чистая вода для жизни. Вот. А судак, судака почему можно брать? Потому что они его сюда не завозили. То есть какое-то время назад, где-то лет 70-60 лет назад, практически здесь рыбы уже не осталось. Все эти производства, они все это сбрасывали в реки, все химические свои отходы. И реки были почти мертвые. Даже в каком-то, не помню, году, если найду, поставлю ссылку, парламент Англии принял закон или утверждение такое, что Темза – мертвая река, там никакой живности нет. Но потом потихоньку стали завозить сюда и рыбу, и другую живность. И она, в общем-то, есть. Но почему-то как-то вот пока сейчас не ловится моментами. Надеюсь, конечно, вот в этом месте, где я сижу, в основном, конечно, со щуки ловится. Но где-то это уже в сентябре, когда начинает похолодать. Вот, значит, они завозили всех животных, даже белок завезли, серые белки, тоже из Канады, которые выжили оставшихся рыжих белок, европейских, которые на ушке с хвостиками, и они вроде бы где-то остались там в Шотландии. Так что они сейчас придумали? Это в конце прошлого года, кажется, я точно не помню. Они решили, что эти серые белки так расплодились, что мешают всем остальным жить, и они будут давать им корм, в котором будут содержаться какие-то вещества, чтобы они больше не размножались. Ну, вообще, конечно, диву даешься с англичан. То есть лет 60-70 специально завозить, покупать белок, а сейчас делать так, чтобы они потом через какое-то время вообще исчезли. Так что на их место придут крысы, что ли? Я не понимаю этого. Я не понимаю, если кто-то, может быть, мне объяснит, я этого не понимаю. Так вот, что я говорил про судака. Ой, вода прозрачная. Так почему можно брать, в основном, в большинстве правилов написано, что судака вы можете забирать? Все очень просто, по-английски. Они его сюда не завозили. Он сам откуда-то приперся. Поэтому можете его забирать. Вот. Но вообще я хочу сказать еще, я говорил в предыдущем видео, который год назад делал, или уже не помню. Здесь ловить на реках нельзя 3 месяца. С 15 марта по 15 июня. Дурацкий закон, вышедший давно, где-то около 150 лет. Пока они его решали, там два университета этих, Оксфорд и Кембридж. Они забыли про озера и каналы. О, блин, зацепил. Про озера и каналы. В каналах рыбы не меньше. Правда, каналы немножко мельче. Но там ходят хорошие лещи, щуки. Да и судаки тоже есть, но мне не попадались. И угри, главное. Угрей больше, мне кажется, в каналах, чем даже в реках. Вот не знаю про сальмонов этих, как их там, лососей. Но, может быть. И так, в общем, они приняли правило, что в каналах и в озерах в большинстве можно рыбачить круглый год. А в реках только с 15 марта по 15 июня нельзя, остальное можно. Забыли просто, забыли. Хотя на некоторых озерах там уже стоят таблички, что какое-то время, там неделю, две, нельзя ловить. Ну, точно не знаю, потому что редко туда хожу, так только прогуливаюсь, если по случаю. Много раз обсуждалось этот запрет 3-месячный.
Но я не знаю, при мне здесь уже 10 лет, больше 10 лет живу, уже все время. Так у них, мне кажется, на какое-то принятие решения уходит не меньше 100 лет. Так что это нормально. Оба. Оба! Ну нифига себе! Вот только сказал. Вот оно. Нормально. Вот так вот и бывает. На закате дня. На закате дня, бля. Щучка. Красо. Красо. Щучка красо. Ой, хорошая щучка. Схватила бобер все-таки. Схватила бобер. Ах ты хорошая. Здесь схватила перед самой этой самой. Не знаю, попробуем тебя так достать. Не сломаешь ты меня удочку? А? Блять, сломала все-таки. Так я и знал. Ну и ушла. Ну и хрен с тобой. Живи, молодец. Вырвалась. Ну и рыбалка моя опять закончилась. Вот так вот покупать хорошие китайские удочки. Типа углепластик, бля. Ну, хорошо брала. Вот так вот. Вот так вот. Вроде бы и нету, а взяла. А пацанчик не хотел, запутался бы там. Ну ладно. Бог с ним. Рыба есть. Главное, что рыба есть. Мы поняли. Все. Пьем пиво, курим сигареты, пойдем домой. Рыба нам не нужна. Объясню, почему. Нахрена после пива чистить что-то? Особенно рыбу. Надо все-таки подсачек ложить правильно. Все нормально. Я доволен. Рыба есть. Рыба есть здесь. Рыба здесь есть. И неплохая. Видишь, удочки ломаются. Удочки ломаются, даже чиненные. Ну, 2 килограмма могла выдержать. Значит, это было больше 2 килограмм. Вот. Ну все, чао-чао. Arrivederci.